Всем привет, на связи Алекс. Давно не виделись, не слышались. Сегодня начнем проходить игру Dante's Inferno на Xbox 360. В 1191 году европейские рыцари... Так, по приказу короля Ричарда было схвачено 3000 гражданских пленников. Они были отданы как выкуп за священную реликвию, отданную... Да, слишком быстро, не успеваю так читать. После наступления жаркого лета Саландин отказался вести переговоры, Ричард все более колебался, неуверенный в штурме. Ладно, давайте кто как прочитает сам. Может кто-то быстрее меня читает. Посередине путешествия своей жизни я понял, что нахожусь в темном лесу, а открытый путь потерян. У него шрамы такие. Или он к себе ткань пришил? Это он к себе ткань пришил к телу. Многие говорят, что эта игра прям скопирована в God of War. То есть прям копия. Я, в принципе, на PSP-шке у него все время поиграл, но чуть-чуть совсем. Да, God of War она очень сильно напоминает. Какой мужчина определил расплаты крестоносец? Моя семья, мои дети пропали. Ух ты! Ну, в принципе, если она похожа на God of War, значит, что она плохая, правильно? Так что, поиграем? Так. Я так понял, мы крестоносец. Это... Люди-ребята на нас обиделись. Не любят они крестоносцев явно. Так, тут еще уклонение на правый стик. Ну, что-то как-то оно... Не очень. Он как-то не перекатывается, а просто убегает, да? Так, вот сильная атака. А вот еще на бейс атака. Так, а что делать-то надо? Да вот и ответ, да, пришел? Чего делать? Да, нам на корабль, походу. Не на корабль, а через корабль. Вот сейчас, по-моему, босс будет. Вот я от этого босса до него доходил, и как бы все. На этом моя игра на PSP-шке закончилась. Вот крыса, да? Воткнул нож и бежать. А вот и босс. Данте, твоя судьба уже решена. Вечное проклятие за твои грехи. Но это невозможно. Епископ уверил всех нас. Иди, встречай вечность. Скоро к тебе присоединятся те, чьи жизни ты разрушил, чьи души ты проклял. Я не позволю, чтобы мои грехи прокляли дорогих мне. Людей. Я искуплю их. Смертный ты мой. Так. Let
Take it. Так, надо... А, еще блок есть, как бы. Ага. Как бы. О, никто не обманет смерть. Так, тихо. Так, вот я вроде в блок иду. Да блин, я не успеваю даже. Да, блин. А, ты уже все стоишь, ждешь, пока тебя добьют. Нет, еще повоюет. Невозможно. О! Блин, пока не играл, уже забыл какие кнопки. Мне какие кнопки на геймпаде? Нет, нет, прошу, не надо. Помоги мне. Так, души. Белые души позволяют вам покупать новые способности. Доступно улучшение. Вы приобрели достаточно душ для покупки улучшения. Для доступа в меню улучшений нажмите старт. Ух ты, нифига тут так-то. Я вам скажу. А уже приобретено. Да, вот это приобретем. Ну, прокачка по-другому, да, выглядит. Так, а где вообще эти? А вот 500, да. Просто это уже 1500, ну все, уже не хватает. Как бы все. Ну и все, по-моему, на PSP-шке на этом я закончил. Едва начав. А неудобно там без правого стика все-таки. Спустя 3 года холодной ненависти, которая питала эту безумную войну, я очень нуждался в теплоте моей преданной Беатриче, в том, чтобы получить, искупить прошлое, начать заново. Ладно, буду про себя читать. Это Беатрис. Беатрис. I told him you would come for me.
to go with him, my love. I gave my word. Beatrice! Так, чтобы захват. Так, нажмите и удерживайте Y, бросить ближайшего врага в воздух. А не в как некого уже бросать. Ну да, такое прям. На мод, да, похоже? God of War. Как будто бы вот заменили главного героя, типа и оружие, и все. Но не значит, что игра плохая, поэтому поиграем, посмотрим. Если игра хорошая, пусть она хоть. Пусть она и похожа на God of War, если она хорошая, то. То почему бы и нет? Так, мы можем сохраняться, да? Как в God of War, опять же. Ну, тут зеленые, тут фонтаны. А, ну нам нечего пополнять-то. Да, в принципе, зачем мы? А тут сохраняться, да, можно? Сменить костюм можно? Ну, да, вот это пере... Пишем. The beast is turning me back. Help me before my pulse and veins tremble. By all that is holy, I vow to forsake all pleasures of the flesh. Until I return from this noble crusade. I gave myself to you because I know you will be faithful to our love. Mercenaries of Valentina! In payment for taking the cross to reclaim the Holy Land, your immaculate father hereby absolves you of all your sins! Так. Ой, ёп. Какие-то ребята летят. Святой крест. Теперь у вас есть сила Святого Креста. Беатрис, нажмите Б для запуска Святого Взрыва. То есть мы еще... Ой! Ух ты, а что делать-то? Нифига. Покарать и простить. Нажмите РТ, схватить врага, нажмите X, покарать или Б, простить. Давай простим. А вон святость и ярость, да? Давайте мы будем... Праведником. Для начала. Там посмотрим. Ой, не в ту сторону. А я что, знал, что ли, что это валится? Я иду, чтобы перевести. Да. Кто знал-то, что она рухнет? И вообще, куда нам надо? Да я понял уже. Это я тоже понял.
Давай, этого простить. Давай, тебя простим тоже. Всех простим. Мы сегодня добрые. Всех прощаем. Значит, дает нас. Поднимается по фигня он очень медленно. Ну у нас там нормально со здоровьем. Так, а шарик это что? Что это за шарик-то? А, это просто спуск. Ой, ну чё вы прям всему-то учат-то? Ну это-то уж... В принципе, наверное, нужно подсказки. А где они? Вот, настройки. Давай обучение выключим. Через каждые 2 секунды вылетает. Как что-нибудь будет непонятно. Включим. Пока, в принципе. Ух ты, блин! Так, еще одна часть. Чего это? Тоже что-то пополняет? Наверное, вторую полоску. Крестом замедлит. Так, еще кто-то пойдет. Во, нормально. А это кто, грешник какие-то? Кто на нас нападает? А мы их почему-то... Ох ты, гад! Вот давай я тебя прощу даже. Видишь, какой я благородный. Ой! И тут нормально хапашечки нам потратили. Так, а сохраняться может? Ладно, пока не надо. Сохраняться будем, когда заканчивать будем. Так, там кто-то стоит. Ты кто? Мужик какой-то. Have pity on me, whatever you are. A lady called. I prayed for her to command me. Beatrice. I fear my friend has gone astray, she said. Help him, Virgil, so that he may come to me. I am Beatrice. And when I am finally before my lord, I will praise you to him. Poet, I beg you, give me strength. I will deliver her from this fate, whatever the cost. Так, вы нашли новую магию.
праведный путь. Пожалуйста, вводите ВК магии, чтобы изменить привязки кнопок. Ага. Данте выбрасывает кристаллы энергии, срывающиеся при контакте с врагом. Данте испускает поток святого гнева, который... Ну, блин. Давай накрестишься. Вот так. Пока что. Ну блин, это не PlayStation, я нажал как на PlayStation. Так, ну кнопка та же. Так, наездника прикончили, да? Может, дверь надо сломать этим? Нет, он не ломает ничего. Да, вот вы против такого большого лезете. Куда-то мы приземлились. Так, ничего нет такого типа. Так, ну это, ладно, пока. Ну да. Очень похоже на God of War. Итак, там что у нас?
Так, опять ты. Into the blind world we have now descended. Put all fear and cowardice aside. We have come to the cliffs above Acheron. Wretched souls walk this tortured path to board Charon's vessel. В лодку Харона. Харон же это тоже, это же греческое, не палагу. God of War же тоже Харон был. Так, 30 сребников. Вы нашли сребник Иуды. Так, больше информации, что значит. Собирайте сребники Иуды и открывайте души. Соберите все камни Беатрис, чтобы открыть способность автопрощения проклятых. Ага. Типа прокачка какая-то, да? Берега Ахерона. Надо заполнить это. Не, так ты не летит, ты влетаешь. Эта хрень летающая закончится, конфиг. Может, я это зря делаю? Они не дают. И мост обратно едет, надо. Гады! О. Ах ты, да блин, ты чё упал-то? Ай, дурак. Я упал. О, а я, кстати, смотри, это... Сразу же. Я думал, какой-то полубосс. Это... Ах ты, не дался, гад. Так, и ты иди сюда, сейчас я тебя прости. И его простили, смотри. А, ну да. Ребята, это прям вообще вылитый God of War. Да. А, просто держать в бок.
О, еще один серебряник. Только я так понимаю, нам-то походу вниз. Вниз надо, не вверх, да? А нет, наверх как бы. А вон что-то стена кричит. Так, я тебя понял. Да стой ты. Текс, ну. Наш старый знакомый. О, ящики какие-то. Так, иди сюда. Получай спасение, гаденыш. Так, а что такое? А, что это такое? Мини-игра какая-то. Ой. Вы получили уровень святости 1. Теперь на этом уровне открыты новые способности. Теперь ваш крест стал мощнее. Ух ты, нифига себе. А вот, да. Смотри, вот здесь нужно тоже. Давай приобретем. И здесь уже можно, да, приобретать. Так, дьявольский разрыв давай. Ну все, да? Цены вместо магазина, супермаркеты, конечно, кусаются. Это замок такой, да? Моднявый у него. By all that is holy, I vow to forsake all pleasures of the flesh till I return from this noble crusade. I gave myself to you because I know you will be faithful to our love. You should have been true to this sweet young thing. Instead, it's me who gets the prize. Let her go. Not for long. I belong to him now,
You've only yourself to blame. Holy warrior. You don't deserve such a faithful, pious young lady. Ой, там что-то другое было. Ладно, потом будем всех прощать. Некогда пока. Это, походу, режим ярости включил. Оно по-другому стало. Или это на этих ребятах конкретно? А вот на этого вот так смотри. Так, вы нашли еще, да? Так, тут сохраниться можно. Давай, сохранимся. Козочек. Отключайте Xbox. Так, а где? Вот он. О! Не ту кнопку нажал. Я хотел проверить, он быстро по веревке бегает. Да, вот на РБ он это делает. Take me to her! My life! My soul for her return! You fool! Those belong to us already. Now the final crossing! Release me! Так, тут у нас... Так, это ящик таскать можно, да? Так. А зачем мы его таскаем? Что мне дает? Может, вообще тут ничего делать не надо? Просто для чего, зачем, непонятно. Может, туда только если залезть? И то не залезть.
Ладно, пойдем отсюда. Там, по-моему, выше можно было еще, нет? Реликвии, мы нашли новую реликвию, весло Харона. Так, можно больше информации, что это такое? Копируйте реликвиями для улучшения параметров умений. Реликвии улучшаются по мере сбора душ. Это у меня уже столько реликвий. Угу. Да, тут, конечно, прокачек с God of War. Так, а тут, кстати, нет больше, реально. Значит, тут чего-то надо делать. Туда поди надо. Только как туда ящик? Текс, подожди, а... Если он туда... Ящик поставить к решетке. Вот сюда. Потом вот эту штуковину. И туда продвинуть. Берем ящик и двигаем туда. Нет. Подожди, его как-то, наверное, надо вот на эту платформу поставить. Мешает. Так, так, вот как я туда? Надо ходить до сюда. С этой стороны она не... Во. Только смысл. Сюда мы за этой штукой залезли. Скорее всего, нам туда. Как-то надо этот ящик туда поставить, а как? Так,
Это я сообразить не могу. Жалко не стрим, может кто зашел бы, рассказал. Чего он не хватается-то за ним? Отлично его поставил. Он теперь вообще не хватается. Во. Все гораздо проще было. Все было гораздо проще. Is it true we can absolve our sins without confession? Would a bishop lie? Promise me, you will protect Francesco. Promise me. I will protect your brother like he is my own. Греческий поэт и музыкант, которому не удалось вывести свою любимую из преисподней, обвинен в попытке противодействовать из... Опять это мини-игра, да? Так, не успел. Так, мне неправильно. Угу. 600. Please let me see Eurydice one more time. Так, новый уровень. Я так понимаю, он повышается. Это уже новый уровень. Я не заполнил эту шкалу. Ну или когда максимальную прокачку Дэна дойдем, тогда и будет. Вот так вот вам. Всем. Бэшечку нажимать. Нам и до башки до этой добрались. Блин, он замахивается, когда я в прыжке. Так, наездника прикончили. Thank you.
Куда ты лезешь-то? Ой, не туда. Эй, прыгай! Ты чё не прыгаешь-то? Вот рано ещё прыгать. Блин. Так. Он не прыгал. Потому что я слишком низко был, да? Поэтому он не стал прыгать. Ой, не ту кнопку, блин. Кнопки не те. Чувствую, мы еще долго, много раз так будем проигрывать в разных ситуациях, потому что не те кнопки жмут. Блин, там РБ надо было нажать. О, капец, это начало игры такое, да? Так, да, я хочу сохранить игру. Лимбо. О, я знаю такую игру. Beyond Limbo is the fallen king Minos, judge of the damned. But for those who remain in Limbo, the rest shall be sentenced to the circles below. Вон, наверное, Лимбо, да? С каким-то веревкой на голове. О, нормально. Достижение разблокировано. То, что башку выкинули отсюда, говорящую. Так, вы нашли новую реликвию. Глаза святой Люсии. Так, камень Беатрис. Так, а нам не туда ли, куда башку выкинули? Нет? А куда нам? Тут что, тупик какой-то?
I saw a fire that overcame a half world of darkness. Yes. Конечно, поощрение. Ой, кто-то они тут. Тут куча. Давай всех прощать. Что, он детишки? Зачем таких врагов сделали? Мы же сейчас это гномы. Они дети. Меня долго прощать их тут всех. Так, опять ты, да? Ну, что ты скажешь, на этот раз... Baptism they did not have. The one gate to the true faith was never shown to these newborn souls. Limbo shows no mercy for these babes. Козёл этот ваш Лимбо. Ой, а тут все что-то, смотри, уже поменялось. А мне казалось, проход был вперед еще, нет? Ух ты, ёп! Ай, да, туда запрыгнул. Так, убила свою мать, чтобы отомстить за несправедливую смерть отца. Она несет свою кару, познав в конце концов гнев Господний. Надо хоть раз попробовать казнить, посмотреть и посмотреть там, что за мини-игра. Так, а мы сюда зашли только эту простить, да? Ух ты! Мы к этому чуваку идем. Ух
Так, иду. Плохой нянь. Прикольная ачивка. Эх, это что такое? В этом месте пребывают души язычников и благородные имена. Legendary Kurd who reclaimed the holy city, from whom even the brave Lionheart could not wrest it back. The forces of Saladin are routed. Dante, do you hear me? We have taken the city. Так, ну здоровье у нас позволяет еще. Эту штуку как вот кому в пузо надо в красную и тему. Ух ты, нифига себе здоровье-то. Охренеть, а я что-то не вижу. Кулаками нам столько снял. Damnation!
Ах ты ж! Ай, блин, не ту кнопку опять нажал. Немножко выпало, отлично. I'm well acquainted with your treachery. Your fate was cast away. Let me sentence you. Нету. Блин, я... Ах ты ж! Офигеть, хвост Миноса. Отхватил Минос. Я думал, это Лимба. Это Минос был? Мы его хвост замутили. Так, ну ладно, предлагаю здесь передохнуть. Продолжим в следующей серии. Всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. Пока-пока. А, кстати, пока-пока. Лимба — это регион, скажем, там, где мы находимся. А не чувак. Все. Пока.